для обучения 4500 детей, в 2021 году 1595 мест для обучения 10000 детей. Кроме того, для достижения поставленных задач будут использованы ресурсы, создаваемые в рамках других региональных проектов, нацпроекта образования, создание до 2024 года от 200 школьных центров образования цифрового и гуманитарного профиля и точек роста, обновление IT-классов в рамках создания цифровой среды. И в 2020 году планируется провести также мониторинг состояния зданий, в которых проводятся занятия дополнительного образования. Это как раз к вопросу о том, что президент озвучил, что некоторые здания обветшали, просто непригодны для занятий. Поэтому цель мы себе ставим выявить данные учреждения дополнительного образования с тем, чтобы привести их в соответствие с тем.